кабачок взял 200 гривен, 100 тысяч пробега. Видите, с какой крышкой. Крышку сейчас то обратно отдам. Короче, эту отдаю обратно, ребят. Типа оригинал. А вот эту, которая вот такая, возьму. С бачком было. Бачок с металлическим кольцом. Так, все, бачок купил, крышечку перебрал. Ну как, снял резиночку, убрал оттуда паутину, паучков. И все, будем ставить, ребят. Так, ребятушки, вот такой бачок купил я с пробегом 101 тысяча на машине. Стоял он оригинальный. Вот, если видно вам. Вот сейчас буду его выполоскаю, вымою. Вот здесь вот видите, даже патрубки какие, мягенькое все. И буду, собственно говоря, ставить себе на авто. Потому что те, которые продают сейчас, это фуфло. Сейчас я вымою и покажу, в чем разница. Так, ребятки, сразу смотрите, в патрубке, видите, латунь. Здесь латунь. И здесь, даже где крышка прикручивается, тоже латунное кольцо. Здесь нету. Вот, чтобы вы понимали. Сейчас я его сполосну. Крышечка накручивается очень легко. Вот. И здесь вот так выглядит крышечка с такими надписями. Я вообще ее в Украине нигде такой не видел. Эмблема Deo. Видите? Вот так тарахтит она. Клапанец нажимается. Все четко. Так, ребят. Я вот взял старую зубную щетку. И внутри, снаружи, где я не подлажу, я вот так просто, видите, зубной щеточкой все это дело вытираю, чтобы нам, который тут имеется налетик, он потом не забил печку и так далее и тому подобное. В общем, доводим до чистоты. Так, ребятушки, вот отмыл я этот бачок. Всем привет-привет. Это вот оригинал, именно оригинал. Значит, смотрите, чем он отличается. Что здесь идет латунная такая вставка, видите? И когда вы закручиваете крышку, у вас вот эта резьба, она не ведется и закручивается хорошо. То есть нету такого, как на ракете, либо же корейских бачках. Плюс здесь тоже у нас металлическая латунная вставка. Здесь также самое, единственное, нету здесь. Но она здесь и не нужна. Дальше. Вот такие данные. Напоминаю, бачок купленный, собственно, с разборки. Чисто с польской тачки. Вот здесь вот тоже вот такие данные. Вдруг кому-то надо будет купить себе бачок. Вот. Бачок я максимально постарался отмыть, насколько это возможно. Так, ребят, кстати, этот бачок, видите, вот я, чтобы вам было видно, 101 тысяча пробега. Вот он обслуживался, да? То есть вот такие вот делишки. Тут еще на бачке сбоку, ребята, такой серийный номер выбитый. Буду ставить себе на автомобиль. Ребят, я вам должен сказать, что это реально классный бачок и оригинал, потому что у меня, когда стоял родной, он тоже был с металлическими вставками. Потом, какие я только не ставил, тот проходил в итоге 200 тысяч, а за крайние 50 тысяч я уже поменял около 4 бачков. Вот. И ракета, и разные ставил фирмы, они не работают. Работает только оригинал, нормально бачок. Вот такие, ребят, делишки. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, залетайте по ссылочке в описании, получите 10% скидки. Всем пока-пока.